компания МТС хотела бы продемонстрировать первый в мире двухсторонний голографический звонок. Здравствуйте, Валентин. Видно ли вам меня? Да, отлично видно, слышно. Доброе утро. На самом деле, сеть пятого поколения – это не что-то, что придет к нам не скоро. Это действительно уже сейчас происходит. Здесь уже можно говорить об автопилотах, о роботах, нейросетях, искусственном интеллекте. Все то, что мы с вами видели недавно в кино, совсем скоро станет доступным обычному пользователю.